Привет, друг. С тобой Аван. Мы продолжаем играть на Редмире. Сегодня у нас перекупские будни. Сегодня мы будем, ну, вам так заспойлерю, будем покупать 4 гелика. Ну, мы могли бы купить 5, но из-за редмировской системы, которую вы узнаете позже, купили всего лишь 4. Вы не удивляйтесь, что весь ролик будет только про 2 гелика, потому что 2 гелика будут именно в самом-самом конце. Так что присаживайся подобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Началось все с того, что я просто зашел на Бу, а дальше вы уже сами все видите, но перед этим не забывайте при регистрации вводить мой промокод, который вы сможете найти в описании ролика, и когда вы достигнете 3-го уровня, вы получите 20 тысяч долларов на свой баланс. Собственно, по-бырому заходим на первый этаж, вот здесь такой стоит брабусный гелик, офигенный просто. Всего лишь осталось 4 тысячи, есть все, 3 владельца, я думаю, надо брать. Все, поздравляйте меня сразу. Вот, только где находится вот этот новый гелик, я не могу понять. Подожди, а если зайти просто на авторынок, выбрать любая, вернее, марка, и вот он стоит прям. Такой стоговый, конечно, сколько он там, 200 с чем-то тысяч. Почти фатэш, ну, можно брать, как бы, все, лифт. И у нас теперь есть 2 гелика и Хураган, новый и старый, собственно. Давай, 1, 2, 3. 275. У меня есть что-то такое интересное. А, у меня тонировка сделан! Блять! Это гелик максимально бичевый. Еще надо сюда запаску поставить, потому что я без запаски не езжу. Давайте сейчас попробуем словить номера на гелик, давай. А ты можешь, по идее, купить? Вы думаете, у меня шиза? Но нет, просто Дискорд был включен с телефона, а я снимал с компа и забыл переключить Дискорд. Но потом я переключу, и будет все нормально, так что успокойтесь. 1, 2, 3. Нихуя! Нихуя! Пацаны, чувствуете, я приехал на гелике сразу в ГИБДД и сразу блат и уважение. Да, у меня знаешь, какие есть номера? 7788. Давай я поставлю сюда 7788. А, регистрация, регистрация, ЮА, автотранспорт. Зачем мне АВ? Я хочу... АВ хочу. 7534. АВ, кстати. Бля, реально блатные АВ, АВ. О, а там ПИ, типа Павел Ищенко. Давай я сюда поставлю вот эти. Получается 7788, потом 88 переходит в 8899. А чё это за бич приехал? Ты чё, блядь? А ну, уйди на. Ты чё, блядь, до пацанов на гелике приехал или чё? Или ты вообще рамсы попутал, блядь? Здесь пацаны на геликах вопрос решают важный, а он пришел что-то. Я бы пацанов вот на двух, тем более двух геликах обходил бы, не знаю, второй дорогой, блядь, другим океаном, я отвечаю. Сколько 20 тысяч брабу стоит? Топ-кар стоит 17, а люма дизайн 15. Фига себе у меня тюнинга, передняя левая дверь, задние крылья, багажник, снятая запаска за 500 долларов, задняя правая дверь, передние крылья, блэк, передние фары, задняя левая дверь, задние фонари, блэк, тонированный, и свет, этот, ксенон на 4300. Что там еще геликов на БУ не появилось, я буду просто называть меня властелин гелендвагенов. Это мой шестой гелендваген, ты что гонишь? Катана. Спасибо. Купил гелик и сразу катану, да. Там что, самурай на марке или что? Нафиг мне это катана? Что, пацаны, получается, заезжаем на заправочку. 2 гелика и 2 пустых. Ну, блин, могли уже заправить. ОКС подъехала. ВПД? 7, в принципе, 7 долларов за 95, потому что мне сейчас придется заправить, если брать 95 плюс, мне придется где-то по 1000, по полторы, ну, не по полторы, ну, где-то по косарю 200 нужно в каждый бак, типа, заправить. А вероятность того, что я его спалю, это маленькая. Потому что я могу вот их сейчас просто помыть и продать. 634 доллара. А считайте, если бы я заправлялся 95-м плюс, это было бы еще в 2 раза больше. Ну, посчитайте там, да? Ксарь 300 почти. Сейчас, короче, пацаны, заправим и просто будем валим на гелике. Не актуально уже, да? 68 литров бак? Чего? Чего, блядь? Нахуй так, продавай. А почему так мало, реально? Продаю все. Номер только сниму. Не знаю, мне раньше вообще не нравился этот новый гелик. Какой-то он убогий, зализанный был. А сейчас я вот так поездил, мне прям он зашел прям. Но с новыми BMW я не смирюсь. Приехали чисто крышевать бизнес, понял? Какие-то проблемы были? Ну-ка бабки давай, сука. Бабки давай. Все, я покупаю. 7500 у меня вышло.
А давай еще эти аксессуары. Не, аксессуары там очень дорого, да? Пиздец, как дорого. А можно кепку назад? Я хочу купить теперь кепку назад. Mercedes-Benz. Бейсболка Mercedes-Benz 3500. Не, 3500, блядь, не, в жопу его, знаешь? Гомосячие просто, разноцветные. Не, пизды, блядь. Посмотри, курва, какие у меня изики вообще охрененные. Так, пацан, давайте я еще заеду на этот гелик. Обновлю владельца, потому что я еще четвертый владелец. За 100 кредитов, в принципе, мне не жалко. Вот, и теперь гелик очень хорошо поднялся в цене. И на карты, блядь. Че, пацаны, пятки не отрываем, да? Бля, пятки оторвал, и ты тоже. Все, значит. Все, давай лучше постоим, чтобы нас, пацаны, ни того не подумали. Вот. Короче, пацаны, вот такие у нас покупки вышли. Купили два гелика, такие вот номера мне выпали. И вот такие у меня вот были, просто совпадение, не думая, к этой просто бригаде не хватает 222-го Мерседеса, вот именно вот здесь, и вот здесь 140-го. И это, мне кажется, было бы вообще пуш. Убери говно. Бля, вообще нормально. На 20-х китайских боссах, говно. Короче, пацаны, на этом все. Лайкос, комментос, подписка. Ведь 80% там 86% смотрит без подписки, но это не дело, реально. Все, подписываемся, смотри, ставим лайк. Ставим лайкос. Вот. Ну, с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. И теперь маленькое включение из БУ рынка. То, что я говорил про эти два или три гелика. Пацаны, я тут еще один гелик на БУ нашел. Пора прикупить. Так, пацаны, вот наш гелик. Получается, брабусный передний бампер. Сзади есть спойлер этот брабусный. Получается, есть форштайнеры, которые у меня стоят на Хуракане. В принципе, тонировка, и больше здесь ничего нет. Ну, чисто стильный гелик. Не поспорил бы, что он колхозный, не стоковый. Так что, можно и обнулить владельца, потому что я пятый за 100 кредитов. Вот, и теперь этот гелик просто моментально поднялся в цене. Могу пропустить этот сочный вариант. Снимаю на телефон. Бабырума 124 тысячи, он полностью фтшный. Я надеюсь, его никто не купил. Вот. Это у нас уже четвертый гелик, вот четвертый. Капец, реально, пластилин Гелендвагена. Было мне просто перейти на шестой этаж, здесь еще один гелик, еще один гелик. 123 тысячи, он почти фтшнее, то есть звукового сигнала и стробоскопа, второй владелец, ну, в принципе. У вас уже максимальное количество ТС данной модели, покупка невозможна. А что за бред? А что я не могу купить еще один гелик, у меня бабки есть. Вот такая система на Редмире против перекупов, что больше трех автомобилей одинаковых ты купить не сможешь. Ну, можешь только если с аукциона, а насчет ИГХ я даже и не знаю. Наверное, нет. Вы, наверное, спросите, а где ты, собственно, места взял? А я купил томик по ГОСКе, и сейчас вам его покажу. Собственно, пацаны, мы находимся на Вайнвуде, вот таком прекрасном месте, и подъезжаем просто к моему непрекрасному дому. Взял его, сегодня что число вообще, 14 мая? 14 мая, блин, вчера. Так быстро. Я взял его сегодня ночью. Сегодня ночью, получается, да, 14 числа, там ночью он слетел, получается, вот здесь он находится, вот здесь вот на карте. На 8 мест, 110 тысяч долларов. Выходит, что мне в день платить где-то. Есть информация вообще? А где? А вот, на балансе жилья 7700 долларов. То есть это мне на 7 дней. Я не знаю, дорого-недорого. Хотя перед этим видел и по 150, и по 130. Думал уже за 130 взять. Но 110 слетело, и мне кажется, это для 8 мест на Вайнвуде это вообще пушка. Потому что в Лас-Вентуресе там эти дома стоят по 200, по 250, по 300 тысяч. А на этом все, я надеюсь, этот видос тебе принес хоть чуть-чуть позитивного настроения. Так что поставь лайкос, напиши комментарий, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку, ведь в следующей серии мы будем это все продавать. И заспойлерую, еще будет два суперкара, которые мы продадим. И посмотрим, сколько же можно заработать вот так, на таких махинациях. С тобой был Эван, всем желаю удачи и пока-пока.